Здорово, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем ночной ужас в игре в Dead by Daylight. И сегодня возьмем охотницу. Сегодня посмотрим, на что ребята будут способны. Мы, конечно же, будем стараться их поймать и насадить на крючки. И будем получать от этого удовольствие. Ну что, погнали? Раз, два, три, четыре, пять, я найду тебе опять. И охота начинается. Наша охотница начинает красиво петь, и мы начинаем красиво ловить. Ну что, друзья, погнали. Наступает ночь, и мне реально хочется принести кому-то боль, страдания и кого-то насадить на крючки. Ребятишки, вы куда подевались? Охотница уже на тропе войны и готова вас поймать и просто расчленить. Так, вижу, уже есть шум уже. Мы бежим туда. Оп, мимо. Ничего страшного, сейчас догоним нашу цель. Есть цель, и будет мясо. Свежее мясо прямо перед нами. Держи топор. Ох, тут же жесть. Как успел так отвернуться? Ничего страшного. Оп, наперед. Оп, прям по ноге. Это больно, красотка, я знаю. Ну хорошо, мы обежим вот так. О, здорово. Оп, просто реально топориком ее замочили. Пускай, наверное, все-таки потечет маленькая кровь из твоих вен. И мы просто этим будем наблюдать. Так, уже один, походу, починили. И буквально рядом со мной. Ты куда ползешь, моя хорошая? Спасайте, друзья, спасайте нашу красотку, она просто забилась в угол и пытается, наверное, все-таки позвать на помощь. Ну хорошо, она долго будет истекать кровью, возьмем ее уже за жабры и пойдем, нужно бы взять топорики. Ну хорошо. А где у нас первый крючок? Как далековато-то, ну отнесем, он есть топорики, будет, значит, бы раскидать. Что ж такое-то, трясет тебя как? Спокойно, моя хорошая, сейчас ты по... О-о-о, уже пришли, ребята! Куда делся? Куда он делся в красной футболочке? Так, мне нужны топорики. Мне нужны топорики. Вот они появились. Прям за углом топорики наши. Быстренько. Быстренько хватаем топорики и возвращаемся на тропу войны. Сейчас будет мясо. То. Оп, бросаем. Оп, второй раз. Нет, вот только первый раз он убежал. Я попал, походу, в нее. Я случайно, чувак. Вот вторая жертва наша. Мяса будет много, чувствую сегодня. Паузи, паузи. Если что, я присмотрю за тобой. Потом ты пойдешь на крючок, но правда уже пойдешь на другой крючок. Паузи налево и направо, пытайся спрятаться. Двое уже у меня в кармане. Охотница сегодня в полном разгаре, я чувствую. Куда ты ползешь? В красной футболке его хорошо видно, так что без проблем мы все это дело увидим. Он истекает кровью довольно неплохо, я вижу. Мы напеваем песенку. Бойтесь, бойтесь вы меня. Я найду тебя опять. Обалдеть, куда ты делся, чувак? Ушнуть. Ох да, это больно, красотка. А чувак ползет, вот он, пускай типа он спрятался, и я типа тебя не видел. Ох ты да, красотки уже нету. Она походу сопротивлялась, а вот и чувак отдыхает. Пойдем со мной, пойдем на крючок. Там гораздо будет веселей. Где, интересно, на следующий крючок находится? Вон аж там, далековато, я скажу вам. Но ничего страшного, я надеюсь, мы доведем. У нас, в принципе, есть 4 топорика. Давай, дружок. Давай, дружок, буквально осталось чуток. Не задеваем. Так, спокойно, спокойно. Ух ты, да. Ну, ох ты, чуток остался. Я уже пытался насаживать. Вот он бежит. Это свежее мясо. Я обожаю свежее мясо, я. Оп, прям в спину. Это больно, чувак. Еще разок в него надо. Оп! Я чувствую, сегодня будет потеха. Потому что уже третий раненый, то есть третий уже у меня в руке. Пойдем со мной на крючок, потому что ты какой-то дерзкий. О, чувак, а тебе повезло, ты пойдешь на крючок, походу, вниз. Здесь гораздо веселее будет, я чувствую. Есть какой-то звук. Кстати, всего лишь один генератор они починили. И, кстати, вижу, сразу обшмонали здесь все ящики. Это и хорошая, кстати, идейка. Можно будет, кстати, бежать сразу сюда и ребятишкам просто ловить их за жабры на этом месте. И кто, интересно, будет самый смелый и спускаться будет сюда. А нужно взять топорики? Ну, топорики мне пригодятся. Давай, чувак, помирай. Ты уже, в принципе... О-о-о-о-о! Это хорошее мясо. Оп, мимо. Это мимо, ничего страшного. У нас есть топорик. Оп, мимо. Ах ты жесть, меня отвлекают, кажется.
Она убегает. Она убегает. Я топорик бросаю. Нужно вернуться обратно. Мы возвращаемся обратно, друзья. А он на крючке, все в порядке, и никто не пришел за тобой. Но все-таки попытались, кстати. Это, конечно, большой им респект. Оп, бросай. Ну ничего страшного, еще разок. Это твой друг, что ли? Оп! Все-таки это дело получилось. Я обожаю это дело. Я просто обожаю быть маньяком. О, красотка, пойдем вниз. Там твой друг тебя ждет. Слушайте, сегодня просто козырное местечко получается. О, кстати, чувака спустили. Иди сюда. Иди сюда. Оп! Куда ты делся? Оп, в красной футболочке, хана тебе, походу, будет, чувак. Пойдем на крючок. Все-таки ребята спасли. Большой респект, конечно. Давай быстренько сажаем, и там чувак, походу, будет пытаться. Быстренько туда бежим. Его подняли, что ли? Нет, он ползет. А куда ползет? А вот он ползает. Пускай он ползает, мы просто будем наблюдать. У меня есть 3 топорика, и я просто буду наблюдать. Так, возьмем топорики. Мне они, конечно, пригодятся. Охотница сегодня в полном разгаре. Мы готовы надирать задницу каждому, кто сюда сунется. Эх ты жесть. Чувак истекает кровью, у него, кажется, есть аптечка. Конечно, жалко, ты потеряешь аптечку. Ах ты да. Только я его увижу, и, конечно, он будет мой. Потому что я побегу за ним. И, конечно, его казню. Наверное, маленько уйти нужно. Дать маленькую возможность. Но не слишком, конечно. Один на крючке, другой истекает кровью. И вот, друзья, вот она. Вот на потеха начинается. Оп! И вдвоем они уже валяются на земле. Ну что, кто первый пойдет у нас на висельце? Пойдем ты. Да, один, кстати, может убежать уже в люк, если, конечно, он пойдет. Ну, сегодня просто... Обалдеть. Сегодня просто найс получилось. Все, друзья. Мне нравится сегодня. Очень быстро. Мяса много. Свежего мяса было еще больше. Сажаем на крючок одного и второго. И сегодня потеха. Я сегодня просто в полном разгаре. Куда чувак убежал? А куда реально он уполз? А он где-то должен был тут быть? Ну-ка, быстренько нужно найти его. Быстренько найдем и насадим его на крючок. Потому что это дело не нужно бросать. Слушайте, реально, куда он делся-то? Ку-ку, есть кто-нибудь? Тут у нас никого. Возьмем топорик и найдем. Сейчас, по идее, А, вот он зашкирился. Сейчас, по идее, открылся люк, и он может просто уйти. Но еще, конечно, не открылся, потому что есть еще возможность у этого. А возможности, конечно, уже нет. Сажаем. Вот, ребята, сегодня я, конечно... Это даже не сопротивлялся, и второй тоже. Обалдеть, сегодня охотка просто шикарная была. Если вам все понравилось, смотрите дальше, друзья. И уже увидимся в других роликах. Ну а с вами был спикер Злобный. И до новых встреч. Всем пока.